Прекрати читать газету, когда я репетирую. Теперь смотрит на меня. Не надо на меня смотреть. Мы начинаем наш всесказочный конкурс. Целых 3 вечера мы будем наслаждаться голосами лучших исполнителей. От любви своей я улетаю. Жизнь допою, черный кот. Голос-то сильный, главное, противный. А это как раз то, что народ любит. Может, даже не решили, что петь? Лучше что-то близкое и понятное людям. Все пройдет, и печаль, и радость. Луч солнца золотого тьмы. Петь птицы перестали. Волнуюсь. Успокоительное. Какое бодрящее успокоительное. Ну-ка, Дуня, налей-ка нам чайку покрепче. Как огурцы соленые, да, это молодцы. Как огурцы соленые, да. Ты тоже это слышал? Мне кажется, внизу кто-то есть. Власти Нью-Йорка сообщают о нападениях, называемых вампирскими убийствами. Доктор, вы нужны нам. Все жертвы потеряли много крови. Боже мой. Netflix представляет. Что нам уже известно? Это модифицированный вирус, вызывающий трансформацию ДНК. Друг, помоги мне. Я не понимаю, во что превратился. Я твой брат. Вместе мы найдем лекарство. Вперед, вперед! Человека, которого ты знал, больше нет. Я и мои люди не террористы. У них есть право на жизнь, как и у всех. Она будет ужасной. Но это война, необходимость. Грядет нация крови. Нельзя выиграть войну. Инфекция распространяется быстрее, чем мы предполагали. Нет, без жажды крови. Мы убьем эту штуку. Нет! Я врач и могу вам помочь. Мне нужна еда. Либо ты с нами, либо умрешь один. Что будет дальше? Вампирские войны. Мне нужен врач. Я и есть врач. Netflix. 5 декабря только на Netflix. Добро пожаловать в новую игру Fun House, дом развлечений. Теперь онлайн-трансляция доступна по всему миру. Будет бодро. И красиво. Поражение — это развлечение. Любовь — это развлечение. Война — это развлечение. И смерть — это тоже развлечение. В фанхаусе вы увидите актеров, блогеров, моделей, спортсменов, которые будут стараться развлечь вас. А ваши лайки решат их судьбу. Испытаете ли вы хоть что-то, кроме фана, ставя дизлайк? Ведь когда на кону стоит жизнь, даже звезда может превратиться в животное. Примитивное и эгоистичное. И развязка может быть самой неожиданной. О, нет. Это реально? Незабываемо. Милый, как работается? Сегодня хорошо пошло. Много страниц написал.
знаю, ты сейчас, наверное, как в аду. И думаю, что хуже не бывает. Бывает. Поверь мне. Я даже не знаю, смогу ли вообще петь. Той, кем я была, больше нет. Все любят камбэки. Это не камбэк, это цирк уродов. С тобой что-то не так. Мне нужно поспать. Я задержал текст на 4 недели. Я с ума схожу. Ты как будто не здесь. Твои родители тут живут? Приемные. Я сбегаю от людей, особенно хороших. Но тебя не могу выкинуть из головы. Ей нужен охранник, а не друг. Я понимаю, точно? Уходи, или потом пожалеешь. Что это за игра? Кто-то проник в дом. Срочно всех патрульных сюда. Я думала, это история любви. Трагическая история. Сообщаем вам, что вы уволены с должности начальника ОМВД Барвиха Северная. Волоника, ты не дослушал. Что они все? И назначены на должность начальника Российской академии полиции. Ой, я хочу опять потерять сознание. Нам сообщили о применении дара. Встаньте в линию. У него есть ордер. Руки, немедленно. Не пойму, с чего вдруг такой парень, как ты, связался с дегенератами вроде нас? Это вы меня нашли. Нужен электрик, минимум 2-й класс. Но ты сел в фургон. Почему? Моя мать больна. Понятно. Посмотрим, что умеешь. Как ты хочешь прожить жизнь? Жить по их правилам? Скрывать свой дар? Ты есть и всегда будешь электриком 5-го класса. Будь собой! Если видишь что-то, чего ты хочешь, бери! Все будет хорошо. Электрик мог быть замешан во многих преступлениях. Слушай, Коннор, ты связался с дурной компанией. Я хочу увидеть семью! Я все исправлю. Как тебе электрик? У тебя один шанс. А если он облажается? Не облажаюсь. Не облажается. Год 8. Если спросят, как ты добрался? На метро. Через какие станции? Сен-Лазар. А потом? Порт-де-Шампере. Да. Я порву всех. Очень надеюсь. Только давай не по-настоящему.
Это что за парочка? Спрашивали тебя. Знаешь, что такое ГСВ? Генеральная инспекция по социальным вопросам. И они недовольны. Вы взяли на себя сомнительные обязательства. Нам поручено изучить ситуацию и привести ее к стабильности. Это не просто организация. Это люди, готовые прийти на помощь тем, кем никто не хочет заниматься. Ты ведь должен быть на занятиях, нет? Я вам так скажу. Многие отводят глаза, но есть и другие. Кому не все равно. Почему 15 лет врачи больницы каждый день звонят мне и спрашивают, есть ли у нас место еще для одного ребенка? А для чего тогда нужны они? Ты никому не отказываешь, а расходы растут. Ты уверен, что это того стоит? Вы дарите надежду. У большинства сотрудников даже нет образования. Я бы выдал им докторскую степень за терпение. Особенные. В кино с 16 января. Эй, Пегги. Кажется, я ей не нравлюсь. Она вроде как боится меня. Просто она и меня иногда побаивается, так что... Я могу понять, если она боится меня, но тебя-то уж не должна врать. В газетах про меня всякое могут напечатать. Салли! Что нового? А, ирландец. Будь внимателен к семье, будь внимателен. Послушай мой совет, вот и все. Как дела в профсоюзе? Там полный порядок. У нашего друга кое в чем возникли проблемы. Ты о Хофе? Привет, Фрэнк. Хочешь стать частью этой истории? Я полностью в вашем распоряжении. Ты его друг, может, он тебя послушает. Ты для меня как семья, не просто друг. Ты, Айрин, девочки, моя любовь Пегги. Я вас снимаю. К тому же, ты помогал людям больше зарабатывать, лучше жить. Именно поэтому они так обеспокоены. Ты говоришь, что мне угрожают, я должен плясать под их дудку. Этого это не будет. Это не просто угроза. Ты немного взорвался и забыл о чувстве благодарности. У тебя хороший друг. Ты не знаешь, как тебе повезло. Если они тронут меня, я отвечу им тем же. Они могут прийти за тобой, поскольку ты со мной. Я знаю, что ты чувствуешь, Фрэнк, но он сам накликал на себя беду. Я должен был тебя в это вовлечь. Тебе ничего не грозит, поскольку ты со мной. А вы что-то чувствуете, думая о своем прошлом? Угрызения совести вас не мучают перед семьями. Ты даже не представляешь, пап, как нам жилось. Мы скрывали от тебя свои проблемы, потому что ты мог сделать что угодно. Я просто хотел защитить ее и всех вас. Я хочу извиниться, вот и все. За что?